Уважаемые покупатели, у нас новое поступление Хунци EHS9. Полностью электрический автомобиль. Строился он для правительства Китайской Народной Республики. Ну и для российского потребителя он тоже, в принципе, очень даже хорошо подойдет. Максимально тихий, максимально быстрый. И используются исключительно премиальные материалы в отделке салона. Значит, по технике здесь два электродвигателя. Общая мощность на 550 лошадиных сил. 120-я батарея. Запас хода в районе 650-660 километров на полном заряде. Ну и по комплектации здесь полностью диодная оптика. Парктроники здесь по кругу установлены. Диски двухцветные 21-го диаметра. Также автомобиль на пневмоподвеске. На крыше имеются серебристые рейлинги. Сама крыша черная, глянцевая, без ключевой доступ, выдвижные ручки дверей. Вот такой вот красивый бордовый салон. Здесь кожа премиального качества, выполнена по технологии NAPA с перфорацией. Вот такая вот красота. Здесь бархатные подушки на подголовниках. Передние два кресла с электрорегулировкой. Полный электропакет, есть интерьерные подсветки. Такие вот кармашки внутри, они черные, бархатные. Значит, здесь цифровая комбинация приборов. Датчики за мониторинга за усталостью водителя, два экрана мультимедии для пассажира и для водителя, и еще четвертый дополнительный экран, здесь настройка климата и кресел. Значит, мультируль, все кнопки на руле сенсорные, с виброокликом, здесь адаптивный круиз-контроль, вот здесь под рулем, удержание в полосе, дистроник, громкая связь, по климату он здесь на две зоны, по креслам. Вентиляция, подогрев первого ряда кресел, массаж первого ряда и память первого ряда. Это что касается водительского, ну, у пассажирского то же самое все. Есть подогрев руля еще дополнительно. Здесь настройки, мультимедиа, настройки автомобиля. Пока все на китайском, я думаю, уже в ближайшее время появится русификация. Здесь настройки по движению. Есть встроенный видеорегистратор, вот он сейчас как раз таки пишет. По батарее заряд и настройки самого автомобиля, выбор режимов движения. Здесь активные ассистенты мониторинга за движением автомобиля. Здесь настройки внутренних систем. В общем, настроек здесь куча, много, можно долго сидеть и разбираться. Камеры кругового обзора. Есть вот такой вот формат 3D изображения. Здесь электроручник, деревянные вставки, алюминиевые вставки. Все очень красиво, люксово. Светлый потолок, панорамное остекление, есть большой сдвижной люк, тонирование задней полусферы. Второй ряд – это два капитанских кресла. Они также с электрорегулировкой. Дополнительный блок управления климатом для задних пассажиров, причем на две зоны. И также есть подогрев и вентиляция двух этих кресел. Третий ряд на два места, причем полноценные места. Раскладываются пропорции 50 на 50. Также все двери у автомобиля оборудованы доводчиками. Сзади вот такая красота. Все на диодах. Крышка багажника с электроприводом. В комплекте зарядное устройство, здесь коробочка, можно регулировать из багажника пневмоподвеску по высоте и также складывать спинки второго и третьего ряда. Белый цвет, новое поступление, приезжайте, смотрите, выбирайте, будем рады вас видеть.